Добрый день, на связи Планета Авто. Сегодня у нас на обзоре Toyota Crown в черном цвете 2018 года выпуска на гибридной установке 105 кВт, на бензиновом двигателе объемом 2,5 литра, мощностью 178 лошадиных сил, АКПП, задний привод. Автомобиль на хорошей резине литых дисках, имеется камера заднего вида, установлены хромированные вставки, тонировка задней полусферы, повторители в зеркалах. Пробег автомобиля 56 тысяч километров. Пройдемся по салону автомобиля. Салон чистый, ухоженный, ткань. Имеется мультимедиа, климат-контроль, кондиционер, обогрев боковых зеркал, система курсовой устойчивости, мультируль, круиз-контроль, кнопка старт-стоп, автосвет, электрорегулировка зеркал, 4 стеклоподъемника, электропривод передних сидений. Актуальную цену и наличие данного автомобиля смотрите по ссылке в описании.